Бизнес должен быть выгодным, удобным и безопасным. В этом уверены участники форума малого и среднего предпринимательства регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. В Уфе он проходит в пятый раз. В нем принимают участие около 3000 делегатов из 30 стран. Раньше мы занимались верхушкой больше, мы принимали программы. Это было между государствами. Сейчас ниже спускаемся. И вот форум «Прекрасная площадка» показывает, что нам надо еще больше работать. Нам надо находить больше механизмов, надо находить больше возможностей для того, чтобы люди находили друг друга. В России в сфере малого и среднего бизнеса занято 19 миллионов человек. 400 тысяч из них в Башкирии. К концу 2024 года в нашей стране их численность должна увеличиться до 25 миллионов. Такая задача поставлена в рамках нацпроекта. Как нам в этом могут помочь наши коллеги из стран ШОС БРИКС и чем мы можем поделиться? По итогам 2018 года внешний торговый оборот со странами пятерки превысил 125 миллиардов долларов США. И это более чем на 20% выше уровня предыдущего года. В этих цифрах должно заметно вырасти количество продукции и в денежном, и в натуральном выражении компаний малого-среднего предпринимательства наших стран. На форуме говорили и о дополнительных мерах поддержки и обеспечения безопасности. Так в Башкирии появятся бизнес-шерифы. Они будут защищать права предпринимателей и привлекать инвестиции. В Башкортостане давно был институт уполномоченного по защите прав предпринимателей. Но сейчас в каждой администрации ввели должности заместителей глав администрации, назвали их так бизнес-шерифы. Конечно, он не будет подменять собой уполномоченного, потому что бизнес-шериф он является распорядителем, он является заместителем руководителя администрации района и города, и у него есть свои полномочия, которые дают дополнительные возможности для поддержки предпринимателей. В ходе форума было отмечено, что проблема защиты бизнеса остается актуальной для стран ШОС и БРИКС. России интересен опыт бывших стран СНГ. Например, в Узбекистане проверки предпринимателей контрольно-надзорными органами проходят только с разрешения бизнес-омбудсмена. А в Казахстане удалось в разы снизить количество уголовных дел против предпринимателей. И это произошло в результате полной реконструкции системы правоохранительных органов, повышением роли прокуратуры и введение специального следственного органа, задача которого – введение экономических дел. И это действительно такой прорыв, который мы, к сожалению, в России мы пока еще не добились этого, но я думаю, что это будущее для нас. Уфимский бизнес-форум объединил стратегическую сессию, пленарное заседание и тематические секции. На площадках обсуждались развитие интернет-торговли и туризма, семейное предпринимательство, инвестиции в инновации. Кроме того, странами БРИКС подписана хартия о защите прав предпринимателей. В документе объединен опыт юристов из всех государств и предложено по-новому взглянуть на защиту малого и среднего бизнеса. Рустам Нурешев, Александр Кузнецов, городской телеканал ИТВ.